Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше прохождение Мор Утопия за самозванку и находимся мы в бойнях для того, чтобы поговорить с Тайтычек, чтобы она открыла нам проход в основные бойни. А там мы должны поговорить со старшиной Аюном. Но, думаю, не все так просто, конечно, да, Тая? А я никогда не смогу заболеть. А ты у нас частая гостья. Не сказать, чтобы я была тебе рада. Почему? Ты нам приносишь одни несчастья. Ну, придется потерпеть, мать, судьба такая. Мне ничего не показывают. Не выпускают меня отсюда. Жалко. А с какими вестями ты явилась из внешнего города? Ну, пропусти меня, Тая, в бойне. Пусть меня проведут твои мясники. А расскажешь мне интересную сказку, пропущу. Только сразу предупреждаю. Мне трудно угодить. Отчего же трудно тебе угодить? Все сказки уже мне известны. Все слышала по многу раз. Надоело. С тех пор, как ушла я из башни, только Спичка сумел меня однажды потешить. И как же, он сочинил сказку? Кто же сочиняет сказки? Ты что? Сказки не сочиняются. Придуманная сказка — это уже не сказка, а выдумка. Такие сказки видно сразу. Нет, Спичка был последний, кто привел ко мне умелого рассказчика. Как раз перед началом мора, в ту ночь нас и заколотили. Ну, посмотрим, что тут можно придумать. Значит, сказку. Мы помним, как Клара рассказывала сказки, но они обладали каким-то гипнотическим эффектом. И потом мы Гаруспиком ходили и освобождали еще всех детей из ее лап, из-под ее гипноза. А, так, ну и еще, наверное, по пути, друзья, выполним миссию от Инквизитора. Она попросила нас найти Гаруспика. Давайте прочитаем, кстати, письмо на эту тему. Где скрывается Гаруспик? Довожу до твоего сведения, что противостояние Артемия Бураха и бакалавра Донковского слишком усилилось. Сегодня каждый из них, кажется, сделал свой выбор и послал вызов другому. Это чревато дурными последствиями. Я опасаюсь кровопролития. Бакалавр не знает жалости. Сам он сейчас готовится к нападению где-то в квартале Хребтовки. Гаруспик сейчас работает в квартале Кожевников. Насколько я поняла, по последним сведениям, в одном из сдвоенных домов. Предупреди его об опасности. Скажи, что немедленно покинул это место. Я достойно вознагражу тебя за это. Заколоченные кварталы опасны, там свирепствуют мародеры. Однако в том доме, где работает он, я уверена, на одного мародера уже не осталось. Тем более его теперь сопровождают надежные спутники из уклада. Они помогут справиться с мародерами, но могут потерпеть поражение от оруженосцев бакалавра. Поспеши. Аглая Лилич. Ух ты, ну вот это да, вообще. Что вообще эти герои творят здесь? Войну уже крупномасштабную устроили. Уже у них небольшие такие группировки. То есть Гаруспик собрал там группировки из уклада, бакалавр каких-то своих оруженосцев. Обалдеть. Что происходит вообще в этом мире? И теперь они пытаются друг друга убить и готовятся к нападению. Один в кожеверном квартале, другой в хребтовке. В одном из сдвоенных домов. Здесь у нас не так много сдвоенных домов. Это вот этот сдвоенный дом и вот этот. Видите, переход такой. Сейчас найдем. Не переживайте. Ну давайте тут пойдем. Ух ты. Еще и бандюга там засел. Все окей. Так, ну бандит это нехорошо. Нехорошо. А, спрятаться могу, точно. Хотя мне страшно заходить в эти домики вообще. А чё? А, блин! Эх, как так мне повезло, интересно? Обалдеть. Это разве не выгоревший квартал? Почему я не смог спрятаться? Ну давай же. Е-е-е, я первый. Ого, ты богатый бандит. Интересно, почему я не смог зайти в этот дом? Видимо, это из-за того, что... продовольственный, но... в принципе, меня пускают в продовольственные магазины. А, Спичка, ты уже здесь. Ну, давайте вначале со Спичкой поговорим тогда. Хотя, вроде, вот этот сдвоенный дом. А, так. А в каком из них? Давайте здесь вначале попробуем испытать счастье. А, нужно было, наверное, пистолет взять. Ага. Вот сразу же первый признак, это то, что мародеры не выбегают. Это значит, что здесь... Ой, ёх ты! Вот это да! Как же ты меня напугал-то?
блин, прям за стеночкой спрятался такой и сидит по-тихому. Неожиданно. Шприц. Кстати, такие редко попадаются. Ну, я их не беру, я даже не знаю, кому их точно менять нужно. Как мне он за трещину-то какую влепил? Гаруспик, выходи. Это не я, это не бакалавр, это самозванка. Я тебя не трону, ради бога. Только ты меня не трогай. Давайте обшарим. Коль уж потратили два патрона на них. Жалко же уходить без добычи-то. Так, я кого-то видел. И это еще один наглый червь, по ходу дела. О, а может я тебя так забью? Слушай, как-то патрон-то на тебя даже жалко тратить. Вот так тебя ручками сейчас погладим. Хороший червь. Все, вроде бы как бы. Если бы сейчас какой-нибудь мясник еще не выбежит. Ну и где Гаруспик? Мне интересно знать. По-моему, его тут нету. Неужели они заняли два сдвоенных дома? А нет, смотрите-ка. И стоит такой, ни в чем не бывало. Да. Смерть твоя пришла. Тише едешь. Дальше будешь. Значит, дети Бодха для тебя не препятствие. Ну, тогда одно из двух. Либо ты явилась ко мне с добрыми намерениями, либо ты моя смерть. Если второе, меня тебе не одолеть так скоро, как их. Но если вдруг первое, зла не держи. Не ведают, что творят. И здесь у нас, друзья, есть несколько вообще вариантов, на самом деле. Можно либо сдать Гаруспика бакалавру, если вы были у бакалавра. Можно его предупредить об опасности, тогда вас наградит Агла Лилич. Если же вы его сдадите бакалавру, наградит бакалавр с понижением репутации, но там, по-моему, таблетки дает. Агла Лилич деньги, по-моему, дает. Еще можно, кстати, если вы оставили сестру в квартале, не прогнали ее, то ее можно сдавать теперь и Гаруспику, еще не только инквизитору. И Гаруспик будет какие-то тоже лекарства, то ли тверин, то ли панацеи давать за это. Но с понижением, опять же, репутации. Но панацеи, в принципе, это того стоит. У меня вообще-то один порошочек всего за одну игру-то. Я даже не знаю, как зарабатывать панацеи. Так. Хочу предупредить тебя об опасности, Бурах. За тобой охотится бакалавр. Очень скоро он найдет тебя. И как знать, что будет с тобой потом? Вот как. Положим, в одиночку он со мной не справится. Но моих спутников ты порешила, девочка смерть. Что же он? Он все ходит с оруженосцами? Ходит, Гаруспик. А только тебя ведь поразить невозможно. Зачем они тебе, кроме как убивать? А зачем ты меня предупреждаешь? Веры тебе немного, сама понимаешь. А вот чтобы больше было мне веры, для того и предупреждаю. Пора вам понять, что ни одному только этому злому место на этой земле. Вот оно что. Уходи, Бурах, и чем скорее, тем лучше. Помни, я добрая вестница. Так-то. Ладно, я решил не выдавать инквизитора, вдруг не надо. Бурах найден и предупрежден. Но видите, мы не смогли сдать сестру, потому что ее прогнал из квартала сегодня. Может, ее стоит и оставлять даже. Хотя сколько там репутации-то понизится, интересно. Я бы так-то на панацеи-то бы поменялся, конечно. Это намного выгоднее сейчас мне. Репутацию, в принципе, я и так могу получать. Вверх спички. Нечего языками чесать. Привет, Клара. Заметил, видел, как я вчера наблюдал за тобой. Я спичка. Ты наблюдал за мной? Прости, я часто так делаю. Я любопытен. Люблю вмешиваться во все, что вмешиваться не положено. Наверное, поэтому меня называют вором. А тебя за что зовут воровкой? Да, меня называют воровкой, но я сама не понимаю, почему. Я ничего не украла. А может, тебе предстоит что-нибудь украсть? Смотри, будь осторожна. Значит, меня клеймят еще несовершенным преступлением. А ты забавник. А бакалавр-то все источник ищет. Эти он упорный. А я, знаешь, с самого начала не верил, что ты болезнь. А спичка, давай мать настоятельницу перехитрим. Тая тычек?
А чего с ней хитрить? Ей пальчик покажи, она сама себя перехитрит. Нет, давай лучше Хану напомни, кто в доме хозяин. Подожди. Любит она сказки? Ну, Тая. Любит. Только она всех их знает. Ее же от Донги растили. Они знаешь, какие рассказчики. Все ей рассказывали уже. А мать говорит, что ты приводил к ней исключительного рассказчика. Ах, вот оно что. Да никого я не приводил. Где там? Я его даже не выследил. Это был мой альбинос. Видели, как он ей сказки на ухо шептал, а она радовалась и говорила, вот, мол, это прямо про меня, ценная сказка, щедро его одарила. А ждала продолжения, а в ту же ночь их заколотили. Ах, а что это была за сказка? А да зачем тебе? Подарочка хочешь? И теперь не до подарочков. Лучше всего сочини свою сказку. У тебя это должно без труда получиться. Если ты по рождению степи, тебя степь, тебе степь слова подскажет. Зацепишь. И ты туда же. Спасибо тебе. Я не верю, что ты болезнь, но ты по рождению степи. Можно вернуться к матери-настоятельнице. Такая вот сказочка. Не забыть типа, ее по пути. Какая сказка? Ты мне ничего не рассказал. Расскажи сказку. Кто-то меня как будто... Блин. И что мне рассказывать теперь? Он сказал придумать. И что мне придумать, интересно? Про что вообще? У меня как-то сочинять-то не очень получается, правда. Давайте что-нибудь придумаем. Попробуем. Сказку какую-нибудь. Сейчас наверх, господи, сделайте лифт, парни. Ну хотя тут невысоко. Так, сейчас сохранимся, потому что нам нужно какую-то прям, наверное, тоже гипнотическую сказку рассказать правильно. Посмотрим, сможем ли. Мне ничего не показывают. Не выпускают меня отсюда. А есть у меня для тебя сказка. Ну, рассказывай. Я хитренько поступлю. Расскажу тебе сказку-загадку. Интересно тебе, кто виноват в том, что с вами случилось? Вот как? Очень даже. Слушай внимательно. В моей сказке будет ответ на вопрос. Разгадаешь? Молодец. Ах, говори, говори. Ё-моё. И что мне рассказывать? О бедной сиротке и подводных добытчиках однажды ночью проснулась Тая и... Я расскажу тебе сказку о том, как считала свои стадо одноглазая, однорукая, одинокая дочка ночи. Ну-ка, интересно. Это страшная сказка, не хочу. Не разгадка, мать. Хорошо, рассказывай. Здорово, продолжение. А остальное после того, как я вернусь из боя. Так что в твоих интересах еще и подсказать мне, как бороться со старшиной. С ним бороться бесполезно, но я тебе дам добрый совет. Он очень обеспокоен появлением молодого буроха. Может быть, он отпустит тебя живым, если ты сумеешь заинтересовать его так же, как и меня. Проходи через врата труда, это между нашими корпусами. Спасибо, маленькая Тая. Я не знаю, что я рассказал, но, видимо, это помогло. Сказка-загадка, понятно. Ладно, отправляемся к старшине. Знакомый нам уже путь. Опять далеко идти по этим бойням. Вот почему вот здесь нельзя сойти, а вот можно. Давай же. Эй, а вроде бы я еще просил мясников, чтобы провели меня. Чтобы не трогал меня никто. Или вот этих парней взять, эскорт. Мне нужен эскорт. А то и забьют опять сейчас. Старшина, я пришел. Так, вроде бы, кстати, ты должен быть вроде бы из эскорта. Или кто-нибудь еще.
Прыжок, прыжок. А, кстати, а зачем мы у старшины-то вообще? Я уже даже забыл. Что мы у него спросить-то хотим такое интересное? Вроде бы Аклае нужны были какие-то сведения. Или просто... А, навести контакты вроде бы как бы. Чтобы она смогла потом с ним общаться спокойно. Ой, не убивай меня, парень. Она посланец закона. Приходит время гибели древних богов. Ты ли порождение матери Бодха, которой я служу верно? Чернолицей, остазевой, ворочащей яблоками в подслеповатых глазах. Я старшина Боин из рода Аюнов, Менху знающих линий, назовись. Ну, я чудотворница. Святые силы моими руками несут людям добро и милосердие. Или это был не последний удурок? Чего ты хочешь, земля? Согласишься ответить на мои вопросы честно и беспристрастно? Нет? Классно. Я скажу тебе об Урахе такое, чего ты не знаешь. И что ты мне скажешь? А, так, чем кончится ваше противостояние? Хорошо, я хочу удостовериться, что он тот самый, за кого он себя выдает. Может быть, с ним и церемониться незачем. Как? Узнай, какого мнения о нем Эспеуин. Черви зовут ее Спиной. Узнай главное, не убил ли он ее, чтобы обманом завладеть наследством покойника. Войдешь сюда второй раз через врата труда, беспрепятственно. Ну, хорошо. И только за этим я сюда пришел, чтобы спросить о Спину. Не убил ли он ее случайно, блин? Шикарно. О, колодец завалили. Ну ладно, хоть выйдем через другие врата, там быстрее доберемся до Спины. Понятно. И зачем ему это знать вообще? И за такую маленькую просьбу он согласится ответить на наши вопросы. Как-то так себе. А здесь можно выйти? Нет. А если я туда свалюсь, кстати? Господи, бегают тут, как муравьи. Занялись бы работой, вон у вас бычки остались. Так. Все, выходим нафиг отсюда. Лучше бы вот здесь вот мне психологический барьер бы убрали. Так, ночлежка Спины, окей. Все заражено опять. Там облачко было очень близко ко мне. Не подкралась ли случайно? Ну ладно, ты жива? Она жива, можно возвращаться. У меня дыра под сердцем. А все-таки мы с тобой одного поля ягоды. Ладно, твоя взяла, больше не кусаюсь. А скажи мне об Урахе, Спина. А что тебе о нем говорить? Он силой отнял у тебя наследство? Бред. Зачем ему отнимать у меня силой то, что по праву принадлежит ему? А кто он такой? Он служитель. Он из рода Менху. Его отец был хирургом.
Я чту его. Скоро он сбросит узурпатора, возглавит уклад, и наступит новая эра. Тогда я вернусь обратно и растворюсь в земле. Так значит, ты вышла из земли? Да, как и ты. Зачем? Я не знаю, но чувство для того, чтобы осуществить волю закона, чтобы уничтожить проклятую утопию, места которого нет и не должно быть в природе. Какую утопию? Три узла питают наш город. Город рос, развивался до тех пор, пока узлы не замкнулись. Земля родила зверей. Звери кормили людей. Люди родили поселение. Поселение кормит детей. Голова тянула слишком много соков. А чума замкнула эти узлы. Все свернулось обратно. Как это? Последнее давит землю. Утопия рушит поселение. Чума разрушит утопию. Песчаная язва – порождение чумы, воля закона. Раньше я думала, что это моя судьба. Теперь я вижу твоя. А что есть утопия? Утопия – каприз, желание невозможного. Дети не умеют ценить подарки. Им неведомо, что счастье мимолетно. Они хотят, чтобы оно было полное и вечно. Раньше такие вещи сдерживались самой жизнью. Зеркальная ловушка отгородила законы жизни, оставила их снаружи. Пришлось вмешаться чуме. Но ведь страдают все, почему тогда не сокрушить одну только башню? Город и башню уже не разорвать. Город питает ее, кормит ее своими детьми. Город живет ради башни. Послушай их, они все бредят новым строительством. В этом они ведомые своим слепым правителями. Видят свою мессию. Мечта придает смысл их ничтожным судьбам. Ты зло. Вау, как. Как это. Так, можно вернуться к обеспокоенному старшине и обеспокоить его еще больше. Буроху суждено сразиться с ним. Нетрудно сказать, кто одолеет в этом бою. Хотя старшина силен, быть может, ему удастся совершить подвиг. Но нет, только я здесь умею творить чудеса. Про башню интересно, кстати, рассказала. Да, то есть, ну как это? Это так прям как по смиренникам. То есть, чума? Блин, да что ж такое-то? За что ж мне наказание-то такое? Чума это как бы является наказанием за то, что построили они в этом городе. Вот это именно эту башню, которая отгородила законы жизни, которая может как-то поглощать, что ли, без, ну, совершенно спокойно чудеса. Мы уже как бы немножко знакомы с ее принципом работы. Она как призма может в одном пучке соединять вот эти все чудеса. Ну, в общем, как-то так. Это очень замысловатая работа. Тем не менее, в общем, это не самое главное. Главное то, что она нарушила законы вот этой жизни повседневной. И чума пришла, чтобы разрушить. Но почему страдает город, а не только башня? Потому что город и башня, они нераздельно связаны. А город предоставляет башне детей. Башне ведь тоже нужно, видимо, каким-то образом... Ух ты, какие сейчас забьют его. А ну стоять такие. И поэтому город снабжает башню различными детьми. Поэтому питает как бы ее, можно сказать. Что довольно интересно. Надо будет мне перечитать этот диалог. Может, я там что-то интересное еще упустил в этом разговоре. Вот. Так, друзья, мы-то, в принципе, не очень-то много успеваем. Сейчас мы успеваем рассказать старшине о том, что мы увидели. И нам еще нужно... Нам нужно найти приспешников Клары, которые скрываются у нас немножко подальше. Нам нужно найти бакалавра, потом вернуться к Аглае и к Марии, получить награду. Придется опять, друзья, на следующий день немножко оставлять. Ну, вот это мне не очень нравится. Потому что из-за того, что у нас немножко сместилось, в тот раз мы не успели пройти. И что-то у меня такое ощущение, что теперь каждую серию у нас будет так смещаться. Но, возможно, потом, друзья, у меня есть такая мысль, что... в общем, в остальные дни... как вам сказать? Будет только основная миссия. Дополнительные миссии, они все только останутся сестрица, найти Гаруспика и найти Бакалавра. Все. Больше дополнительных миссий у нас не будет вообще. И у меня просто будет для вас такое предложение, что мы не будем, может быть, снимать. Мы будем только... Я буду их проходить, но... Снимать я буду только основную. Основной квест. Потому что ничего не изменится. Ни диалогов, ничего. Просто будут разные дома, в которых мы будем находить Гаруспика, Бакалавра.
Так что, друзья, напишите в комментариях, возможно, я так сделаю. Вот этот день да пройдем, то есть полностью по правилам все сделаем. А там мы пройдем только основные миссии и дополнительные квесты, которые будут отличаться от того, что мы сейчас проходим. Потому что, ну как-то, не знаю, не думаю, что это особо интересно уже смотреть будет. Так, ну все, я... Она посланец закона. Приходит время гибели древних богов. А я была у Аспины. Она жива? Да, жива. И что она говорит? Она чтит Бураха. Она утверждает, да, он тот, за кого он себя выдает. Хорошо, я отвечу на твой вопрос. Только на один. Не нужно зажигать такой свет в глазах. Лгать я не буду. Береги свои силы. Что ты хотел узнать? Вот насчет тебя я очень сомневаюсь, что ты не будешь лгать. Ты виноват в том, что начался этот мор. Как ты поступишь с Бурахом? Да убьет он его, конечно. Ладно, ты виноват в том, что начался этот мор. Да, я не сумел провести ритуал. Я знал, что мне неведомы линии босса Примингениуса. Я солгал, и теперь я обречен на гибель. Я недостойный служитель. Потому что ты солгал? Не только. Я такой же жрец, как Катерина, хозяйка. Все началось из-за нас. Желание власти губит ничтожных и вовлеченных великих. Я держусь на этом месте только по сговору с Альгимским. Катерина на своем, по нелепой случайности. Это все. Понятно. Так, мы говорили мало. Но было между нами сказано все, что нужно. Можно вернуться к Аглае, я скажу ей, каков мой приговор. Ну да, все, что нам остается... Это сейчас к Аглае вернуться и рассказать. Ну вот перед тем, как возвращаться, вообще стоит наведаться в хребтовку за Гаруспиком. Ой, за Бакалавром. Хотя это не особо важно. Так-то. А, ну да, это не особо важно. Бор, друзья, что-то как-то оставлять-то неохота. Блин. Какой-то кусочек у нас опять остается на следующий день. В принципе... Сейчас, если немножко подольше посидеть, то нам хватит времени, чтобы поговорить с Аглой еще насчет всего, что услышали сегодня. И остается у нас одна миссия с Бакалавром найти его. Блин. Выбираемся. И у нас остается вообще мало времени. Еще парочка минут буквально. Дилемма, друзья. У меня дилемма, как дальше строить серии. Максимум бы еще бакалавр спас и все на сегодня. Так что, друзья, напишите, это действительно очень важно, как я буду дальше строить серии, потому что, видите, мы успеваем только главный квест пройти, а остальное постоянно на следующие дни оставлять. Это как-то, ну, мне кажется, что вам не очень интересно, мое личное мнение, однотипные квесты проходить каждый день. Видимо, ладно, к Аглае сейчас заскочим. Мы, в принципе, не так далеко, хотя... Хотя мы очень далеко.
И, кстати, сколько время у нас? 12 часов. Вообще времени куча за самозванку, на самом деле. Свободного. Еще чуть-чуть, друзья, мы практически дошли. А может, прыжками, кстати, в игре быстрее получится передвигаться. Обычно во всех играх так. Я бы с вами обменялся, парни. Стойте, оставайтесь на месте. Я еще зайду к вам. Так, ну для начала получим награду за то, что спасли Гаруспика от бакалавра. Рассыльный не встретился тебе по пути? Нет. Я нашла Гаруспика и предупредила, как вы и просили. Надо ли говорить, что его звероподобные телохранители чуть не разорвали меня? Я тебе этого не забуду, девочка. Ты сделала доброе дело. Нужно ли говорить, что я награжу тебя? И стану теперь чуточку больше тебе доверять, что незамедлительно скажется на общем к тебе отношении. Это право такого не стоило. Спасибо. О, дает что ли? Мономицин что ли? Обалдеть, как щедро-то. Лучше бы дала порошочек какой-нибудь. Так, окей, это мы выполнили. Сонная группа не справилась со своей задачей. Я видел старшину и ушла от него живым. Ну-ка, дай-ка посмотрю на тебя. Открой зрачок пошире, на свет посмотри. Так, о чем мы с ним говорили? Ну, об урохе. Об урохе, умница. Высунь язычок, скажи, а? Чего это вы? И что же он говорил об урохе? Ну... Он его боится. Значит, он не так уж опасен, как я думала. Спасибо, ты молодец. Да не за что. Свободно. Завтра чуть свет ко мне. Как-то у вас лицо изменилось. Что-то странно, так посмотрела, как будто мы больны. Я вижу, что происходит с укладом. Я знаю, что творится в земле. Теперь мне совершенно ясно, что Гаруспик, пылающий демон, воссел на бойне, готовится поглотить их и обратить в свое княжество эту часть города. Если есть там живое естество, оно покорится ему. Ну вот и все, друзья. На этом мы закончили прохождение главного квеста. Остается найти бакалавры и все. Блин. На этом все, друзья. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Тесли. Увидимся в следующей серии. Всем пока.